Что там в шкафчик есть? Да потом ГБ зайдете, посмотрите. Чё там? Боежки? Не. А, там из рыбы что сделано? А, это уже давно сделал кто-то. Это я только что сделал. Я, стоп, ты что-то поменял? Так, секунду. Я не знаю, что там было. Там хуй был нарисован. Что-то у меня фантазии не хватило понять. Ну, у тебя зато хватило фантазии написать. Стоит стол, блин. Слева от шкафа. Так, до числа сейчас всех суманем. Тыкайте на сумы. Так, я пока за гнездом схожу. Джулиан, что там, у тебя такой АДЦшник, да? Ну, у меня ШП треник нет. Ну, давай, АДЦ, а кто там, Редус, ШП? Каски раздам. Грин, пускай там порота. Да просто не надо. Что там, Валера, сумасшедший, уничтожатор 100 грамм. Скарлетти, Хатая на Криэле. Здесь там 2 ДД в ссылка, плюсуйте еще 2 слота. Давайте, все тут танки можете начинать, там идите наверх, отворачивайте трэш. Как там этот поезд называется, что еще дополнительный слот дает? Поясная пряжка. Пряжка. Не пишу. Все. Нихуя себе 294 голды. Я наебать. Так, за самолетом, блядь. Ты кто? А, Войд. Что там, Каскюр, ты тут заходи. Ну, давайте, большой не агрится за стеночку, если старые танки, тащите трэш, за стенку прячьтесь, пусть к нам идут. Давайте, можете массами, так если вы сдохнете, будете сами лететь. Поставил 5 на максимум, пиздец, все такое яркое. Хотел. Вот Петриков ромер. Кто там хотел с ролью? А Рудеус может дать мне это кольцо? Я просто бежал, у меня сумки, он упал. И... такие дела. Верни, пожалуйста. Сумки нечаянно упало на моба, да? Не, почему? Я просто бежал, там я упал. И у всех это отобразилось. Бывает такое, табак. Закончится, так и не начавшись. Ребу ставит кто-то. Не смеет входить.
Я умею ставить, но у меня нет с собой. Если хочешь, я тебе дам. Давай. Топовый черп. Топ на ПВП. Рыба есть? Давай тебе еще дам. Ищи либо анхолика, либо там кого-то другим возле шамана, хуяна. А это все за кольцо. А если так? А если вот так? Вот же на ухе. А, обойдешься. Войд, покидать истерию на тебя? Умрет еще. Чтоб не 3к, а там 5к. А не, не надо, кидай лучше никого лучше. Он на стене. Видел, у тебя бабочки там 6 было, чем-то. Ну, сейчас... Дай мне лучше. Я посохом надамажу больше, чем вы. Полабаха пока по не летят, значит, ни хрена нету. Ну, слава там, что-то бафает, это на крыльям 5. Ладно, бафы прото. Что слава, ты каски бафал? Вот это фромер кулаки бафы. Да нихуя нету каск. Дайте шкаф. Че, 3 лема, ни одного эршама? Один эршам. Кстати, да, Ваня, поставь, пожалуйста, лучший на сколько. Персов умеет. Табурена, это кто? Это, сейчас нам на бычку танчит. Смарткил, подойди сюда, бафнуть тебя не могу. То, что он там, не знаю, сову в кота. Пускай сову спекает. Кто, табурена? Да. Ну, табурен спекает, как сову. Все, плохая. Там 5.9, что ли, 5.8, такая же. Нормально. Хотя тебе что, там совы нет? Не, нету. Давай спекнешь. Давай. Как раз на леди контролишь. А у докса на код есть? У него записала. Давайте, ладно, пока. Подходите, давайте фулл баф, все тут пойдем за 4, потом доберу. Смотрите, там чего бафов не хватает. Давайте там полабаф и пишите вверх, кто на коспект ролит, куда ИП будет получать, такое все. Побафните. Друиды, лапу. Так, давайте чек на пул. Лапу? Смарткил тут. Дайте лапу, друиды. Дайте кулак по магам для пэта. Дайте кулак по магам. Давайте, заходим в зрение, все готовы, начинайте. Там на пул на уничтожатора. Становимся под жопу, только не в луже и не перед морду. Давайте рост. Так, шип на ханте, помогаем его слить.
Давай, эти танки разбежались, вправо-лево, рейд в центре, милики по шипам. Что там еще? Если ребро на вас бежит, вы от него отбегаете. Им на хп по команде Dash Redus. Давайте, милики по шипам играйте. Отбежали. Редус, давай им на хп. Выходим, слушай, выходим. Нормально, все, милики по шипам играйте. Квадрат бейте, там дерево. Дайте им на хп еще один. Ну че вы в лужах стоите? Блять. Дарксон реса и хатая. Под босса все. Там ладно, не реса его. Так, РД играем по тем шипам. Переключились все прям. Прямо, ну. Хатай, можешь риснуть Магнуса. Играйте по шипам РД. У меня ману нет, шипов поднять. Дайте гимну на хп, на ману все присты. Сейчас подниму. Кант на шипе сзади, там помогите танки, опять сюда разбежимся. Что там? Давайте разбежались. Ребро на вас бежит, вы отбегаете. В лужах не купаемся. Попал, беги, прыгай. По команде лужа. По команде Джулиан гимна хп дашь. Милики. Добирайте по шипам, на РД добивайте. Отбежали от ребра. Дайте гимна хп, Джулиан. Ребята, шип. Добивайте ребро. Резайте потом павших. Резайте павших, идите трэш, бейте. Ну чё, я говорил, дам, блядь, 7700, смотрите, нормально ДПС. Кто там на осколке? Ну чё там лары берут офхен, с этом на этом, на танка? На оф забил. На оф надо ещё кому-то? Войд. Чё говоришь? Вару, чтобы офсетом танку. Голова. Кольцо на моей спике, надо кому-то РДшное. На оф. А, блин, сейчас дам. Так. Скарлетти, там у тебя танкошмот есть или танкоспек? Можно танкошмот просто. Шмот и спек. Не услышал, есть? У него все есть. Шмот и спек есть. Ну, одевай шмотку, будешь вторым танчить танком. Чё, давно уже анхоликом не играл. Дайте вторую кучу агрите. Один ДД с ВК до спидер появился в РК там. Берите пауков. Не спекаться здесь? Не-не, там ДК.
Так, давайте пока по тактике. 2 ДК слева, протопал справа. Первый на пул будет идти на Скарлетте ДК, второй будет идти на уничтожатора. Капли сливаем. Ну, сейчас зайдем релайт, наверное. Капли сливаем, там звездопады сливаем, игроков контролим, друидов много, престов много, фиры даем, новую даем маги, там конты можете вилки поражать сразу с пула. Сейчас ДК ждем и будем начинать слить, по бабам чего не хватает, там каску раздайте. Пал бафы раздайте, пристабафы раздайте. Каску друида дайте. И стол маги поставьте. Кто-то что-то хотел мне дать, ну какие-то слабые. Так, Валера, где там, заходи. Ваня, у тебя кольцо в кармане, да, лежит? Что? Кольцо в кармане, говорю, лежит. Яйцо в кармане? Кольцо в кармане. Да-да, яйцо. А печати во время боя свитчить или как? Желательно. Так, что-то у нас БДК походу чего утворился, тишо. Пар, спекай себе в БДК. Да, на рысе даже верка нет. Давайте первый на полно будет на Скарлетте ДК идти, второй на стереотипа. Давайте, вот здесь и тут чек на пул. Да, все готовы, спасибо, что спулили раньше команды. Капли сливайте. Да, вилки слейте. Играем по трэшу. Помогайте к леди. Или помогайте сливать трэш. Все, играйте по леди, потом будем того моба добивать. Смотрим, контролим игроков сейчас. Потом им контроли. А диспельтик друида проклятия, у меня хиллбот сбился. У меня не тот диспел сейчас стоит на панели. Диспельтик проклятия. Давайте по трэшу играемся. Дайте, бейте трэш, там еще будет один трэш как минимум. Так, хата опилился бы, меня можешь риснуть. Нет. Контрольте игроков. Контрольте. Трэш бейте. Бейте трэш, контрольте игроков. Длинухи, вставай, Даксон, Реса и Менска. Ну что, правого так и не залили, что ли, моба? Нет, походу другой уже. Нет, ими лично с отражением. Нормально он все бил. Бейте, играйте по трэшу. Дайте все в трэш. Давайте бейте, все равно будем стопать по леди домах. Контрольте. Да, тебе по колене, надо будет стопать дамаг. Что-то маны много стало в леди. Гимн я дал. Гимн спели. Контроль. Давайте, последний трэш играем. Первый на полном будет на Скарлетте ДК идти. Играйте пока по трэшу, все равно весь слить. Смотрим, контроль сейчас будут. Фанатик в рейде. Контрольте игроков. Хромера законтрольте, Виталий Куна законтрольте. Давайте рост. Ой. Давайте рост, переводите леди. Первый на полном на Скарлетте ДК. Дайте рост.
Джулиан, дай гимн на ману. Я в контроле отдал. Ну так, кто там, дай гимн на ману, играем по трэшу. Давайте все в трэш играем, аккуратно духов не ловите. Там ДК власть льда, включи с ним, чил. Включил. Не, второй ДК. Смотрим духи. Духи в центр пошли, к миликам аккуратно. Контрольте игроков. Халка законтрольте, Дексона законтрольте. Табурен. Даня, ты кто там, Африк или демон? Африк. Табурен, резай Аркашу. Может, Дексона? Там Берсон КД. Духи в центр пошли, аккуратно захиливаемся. Слушай, выходите. Слава. Так, духи в центре, играем по трэшу. Пошли в мили-зону. Пошли к трэшу, духи. Играйте в трэшсе. Давайте симбадом, это ХП будет за каждого взорванного духа. Один дух, одно ХП. Так, контрольте игроков. Контрольте. Духи в центре. Так, захильте. Так, духи сзади на лестнице и где-то еще. Играйте по трэшу. Трэш и Дексон Асид катился. Играйте по трэшу, пошли в РД зону духи. Дайте им на ману. Гимнов нету, Резус, дай им на ману. Смотрим, контролем игроков. Тролльте вора. Третьку поставь с паладина. Контрольте. Добивайте трэш, контрольте, игроков плохо контролируйте. Может здесь спейлите, блять. Я, блядь, полчаса бегаю в фире, нахуй. Духи пошли в мили зону, аккуратно там. Дайте на пулы на скарлете ДК следующий. Так, добивайте уже. Играйте по трэшу, вышли духи возле мили зоны, аккуратно в мили зону пошли. Да, ХП будет много, если вы упадете. Контрольте игроков, там капли откатили, ссылку законтрольте. Там капли сливайте паладины, чарама не убейте. Тут уже ХП. Духи пошли в РД зону, аккуратно. Дайте там пристабав, лапку там, кто реснул, кто реснувшийся. В РД зону пошли два духа, аккуратно. Давайте, следующую топую на уничтожатора, давайте. Веди на левую сторону, там сейчас трэш будет выходить, вышел трэш, играйте. Так, духи возле мили-зоны, аккуратно, два духа в мили-зону пошло. Играйте по трэшу все, контрольте сову, табурена законтрольте, паладина законтрольте. Давайте, добивайте трэш. Последний трэш надо добить. В мире зоне два духа. Не хлопайте. Добивайте трэш. Танков хильте. Добивайте трэш. Добивайте леди. Все, леди, добивайте. В мире зону пошел дух. Все, добивайте леди. Дайте, ну, именно в то, что уже нету. Так добивайте, захиливайте так. Трэш не бейте, дух и в центре. Один сзади. Контрольте игроков. 100 грамма законтрольте. На все воля, господин. Ваша смерть неизбежна. Ну так, если на мейнспик кому-то. На оф. И мне на оф тогда. Тоже на. Кто ДК сказал? Там ДК на мейн рулил. Я тоже на мейн. Надо кому-то там ханты, эмки.
Дракона сразу тащили, чтобы боя не было? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете где его Трисия? Нагнать. На консоли. А чё раздали? Трэш бью, а чё? Акабагуш. Соскучился, видать. Не видел. Ну, каску не было. Он постельное собирает на работу. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлёту. Пехота молота по местам. Ты ж три селекаря на работу, ты ж или кем? Слесарь кип. А ну вот, блин. А слесари обычно ничего не делают. Конечно. Только налоги вам лишние плати, блин. Слышишь, блин? Энергетика — это первая отрасль по налогам, которая платит государство. Так что сиди там свое лото играет и не пизди. Дейтерации ДК Бериранис летает, протокол тоже Бериранис на всякий случай запустил, может какие-то бафы дать там. И больше бафы такое. Занимайте пушки, горите. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ходит, кстати, знаешь сколько процентов? А, ты выигрыш 20. Че, и 40 человек нету? Человека одного что? Что это там вдалеке? Так, секунду, на минутку отойду буквально, чайник поставлю. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Бейте, пока крыш в нашем корабле. Смотрим, как заморозка будет. Кальки. Давайте ДК полетел, рейд полетели. Рейд Муродина, не стойте, чтобы вас не поубивало. Все, перелетаем. Да, Тимох вышел, ДК полетел, рейд этим. Всех лаганул. Да нет. Да вроде нет. Да там вон ивент какой-то опять. Что-то перелетаем обратно. Пушки там добивайте. А чё сейчас Анхолику профитнее? Выбор или воля? Воля. Ну смотрите, Никаси промера передамажил.
Так что надо что-то с корабля. Лол. Так, кольцо на мой стекады кому-то. Миличное. О, а мне оно идет, не? Да, да. Пойдет. Давай порубим. Заебли за фул ГП забирает как лучше. Так, ладно. Он же силовой. Ну, два рулева. Так, а вместо чего мне его? Вместо вот этого СРС-ки одеть, да, пока? Угу. Как раз мастерства мало. У тебя печать стоит? Да, символ. У меня мало все равно. Давайте фулбашку пропускаю, сука. 7 мастерства. Дайте рыбу. С печатью 17. Там, кому рыбу дать, могу в обмен кидайте. Рыбу мы там поставим. Ну, давай, если мы падаем, то смотри, кто трешний билд даю ХП. Или мало бил. Слава, дай друидам каску. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Наберите там режим между собой, чтобы ярость так быстро копилась. Давайте рост. Блин, Крайн забагался, босса. Трэш 10 секунд, готовьтесь трэш бить. Давайте, трейдинг ДПС, так что трэш бейте нормально. Две секунды, трэш, готовьтесь трэш бить. Заберите света. Нет, мышка забагалась, не могу с рукой тафет взять. Давайте 2 секунды. Извинитесь, слуги мои. Земля обогрится.
танки, на ком будет 80 плюс раги, прожимайтесь нормально так. Чтоб метки не так сильно пробивало. А, еще один трэш сейчас будет. Через 10 секунд. Так. Давайте ферьте трэш и добивайте сурка, только трэш заферьте лары. Забери его, если жопа. Нам не вообще. Хуйня. Смотрите все мой ДПС, нихуя себе. 8600, блядь, фромера обогнал. Наруч, надо кому-то на мой спек. Бля, нормально задамажен, да? Там тебе что, наручи не надо на мейнспек? А какие мне... наручи? Они не идут на ретро. Вот эти, кожаные. Как подобает. Не идут на ретро. А почему фромер фулл ПВП, блядь? Почти. Чё ты говоришь, он забагался, Фрей? Просто то, что того, что в таргете босса ты, это не значит, что на тебя игро. Я просто поеду, поэтому не ориентируюсь. Не, я просто вон он смотрю, на зрона мне просто ты таргет, это маг. Кинешь собычки там завоевать. Пойду порву. Я ж тебе истерию кинул, почему ты так мало надамажил? Это я? Нет, вар. Что за ДПС он какая-то хуйня? Даня, у тебя больше, чем в тот раз был на скрине? А, у меня есть скрин, я не скидывал 2600. Так, скидывай. Да я все собирался, забыл. Скину как-то. 2600 фрост ДК что ли, или? Нет, за Африка. Ну, сейчас я с ПСК, а 2600 выдал без ничего. Ага. Ну тут вообще мы сейчас бой закончили, а на мне не было бафа демона. А, Лен, я конечно, посмотрел просто ДПС этого со смирителя небес. Садов этих. Слышите, ребята, я отойду на 5 хвилин, можно мусор вынести чаром. Скидывай сегодня скрин туда. Сколько ДПС рейд? 270. Просто тут, ну, я вижу, некого скринить, так не буду. А ну сроки сколько там выдали? Меня всех слышно? Теперь... Да, тебя слышно. Пошлите танки, чё вы стоите? Идите, въедите валькиру и тяните их к нам. Ладно, идемте на центр тоже там. Там сразу будем там сливать, идемте. Ну шла я тогда 13к на сутки давал, сейчас уже... Ты на совет сейчас пойдем? Не, на лед. Следа на совет. Давайте, играйте по валькире. Идите на центр к той валькире, чтоб лишнюю не сагрить пока. Идем на центр сюда, под нее прям. Не стойте там на мосту, охотник. Не смогу двигаться, она санец. Ну, пол рейда покажет. Давайте, РД, играйте по мелкому трэшу. Давайте, дзачники, сливайте его быстро, пока вальтиры нету. Давайте, все в мелкий трэш играем. Вальтиру же. Все, сливаем вальтиру. Ну давайте, кстати, бурсты, ничего страшного. Еще 3 секунды дам гнев. Давайте стэш играем. Идемте на лед.
Заблудились, да? А посмотрите, пожалуйста, по ПГП, кто тут на тапке первый? Наркаша. Но буду не первый, если жезл упадет. Так давай на пойдем сначала. Иди же, встречай свою вторую смерть! Ну там сова. Да, вижу. Так, давайте милики звездочку, РД печеньку. Лишний, тебя ж не сагрите только. Давайте, милики, аккуратно, мне чарж поменяли, он бейте звездочку, милики. После печеньки звездочку бейте. Нет, после печеньки ауешную бейте. Где-то в трэше не могу ее выбрать. Вот. Поставил печеньку на нее. Трэш не заливайте, трэш мелкий потом будете заливать. Бейте печеньку. Дайте звездочку, потом добиваем. Все убили, звездочки идем. Всем привет. Привет. Все, добьем звездочку, потом будем в печеньку играть. Сливайте массами. Идемте наверх, протопал врывайся всех, агри, ДК по одному полководцу. Натягивайте милики одного полководца, бейте РД сверху, заливайте все массами. Протопал охильте хорошо. Ну, протопал не отдает, ладно, бейте так. Милики не подходите, сливайте массами. Полководец один выбежал, может его убить. Куда вы его в РДД? Да он вас не убьет, не боитесь. Давайте поднимаемся наверх, на валькирии. Давайте бурстадим, до синдры не понадобится, не жалейте их. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Уничтожатор можешь не писать, у меня стоит повараури. Чемпионом!
Давайте вверх не поднимаемся, бьем двух капитанов. Давайте идем наверх, ставим шкаф. Так, хилы, тотем в хиле похилит. Пятая пати тоже в хилах. Шедим, табурин в соус, в эрдру спекайся. Шедим, там эрдру у тебя есть? Помогите, плиз. Дайте шкаф. Ваня, поставь стол, пожалуйста. Сейчас поставлю, дайте шкаф. Ну, Локи, дайте шкаф. Что, опять не слышно? Слышно? Да. Ладно, тогда давайте... Кто там еще хэпал? Есть у кого-то еще один хэпал там? У меня есть Аршан. Спекайся тут же. Еще раз стыкните. Короче, рейд хилят Джулиан и Хатай, остальные все Вальку хилите. Так, поставил на тотема печеньку, будете за ним летать. Да, и лучше табурена здесь оставлять. Да, он табурен меньше. Ну давай, табурен, ты тогда с ДЦ на рейде будешь, остальные все в порталах летают. 2 секунды ману пьяни. Давайте, пейте ману там. Так, давайте чек на пул. Так, Берин отошел, ну давайте. Так, подожди, один, по-моему, попал. Ладно, придет, короче, давайте начинаем. ДК Агри в основном толстых, остальные и так зальются мириками. Давайте, он толстый вышел, иди толстого. Играем в подавителей. Огненного бейте. Порталы там не воруйте друг у дружки. Хэпал оставь ауру скорости. Справа маг. У морды бон. Толстый вышел, смотрим, сейчас будет подавление. Играйте в подавление. Давайте уе по толстого, что-то трэша там много. Так, кто тут? Табурен, можешь таксона риснуть. С левой стороны где-то валяется вроде. Так, разломка стоит, играйте. Сейчас стили, молодцы. Вот тут полетал без нас. Так, толстый вышел, смотрим, сейчас подавление будет, играть в подавление. Со стороны хвоста. Давайте толстого добиваем, даем по нему ауе. Это последний портал, там 74%. Ну выйдет, да, шурост. Да че их такой много?
Все, давайте, рост вышли. Толстый. Жулин, давай гимн на ХП. Ну-ка, считайте все присты гимн на ХП. Играйте в подавление. Толстого не трогайте, чтобы с него черви не пошли. Все, дохилили, молодцы. Можете уже трэш не бить. Надо кому-то на мой спек. Да. Забирай жезл. Зачем тебе жезл? Это не мне посаду. Так, лаги надо кому-то за 10 сразу давайте. Нового спеки рольте. Так они же беспонтовые. За 10 такое говно. Надо кому-то жезл. На успех. Нет, Абурен, будь в хиле на Синдре. Поставь, конечно, за себя там тоже. Отойду на пару минуток. Локи петами, призовите этих драконов ебаных. Так ты можешь петом сам тоже притащить. Ты же алкоголик. Я забыл. Только дерипачки сразу не тащите. А вон волк убежал куда-то. Аньки, держите дракончика.
Давайте второго дракона агрим, наверх идем его. Да подключите, найти его это. Да не веди его так высоко. Блять, еще камень в два ранга прожмите. Фигень этот дракон в два ранга такой, блядь. Или Dark Stars его убьет. Выносит метку в сторону на цендре, блядь. Выноси в сторону, нахуй. Он в стенку выносит, убирается, блядь. Прикинь. Я всегда угораю. Заходишь в игру, весь Долоран в метках стоит, блять, в глыбах. Давайте поднимаемся наверх, тогда мы убираем, сейчас будем хилить рейд. Подходите, там кто покажет. Давайте хилимся. Тотем, тебе поезд, так, который вот там с него падает. Квазар или на лухи уничтожатор, подходите. Че я тут? Так, давайте танки одевайте в фрешмод, на ДК напуливаем, пятая пати все хилы будут, сейчас ману отопьем, смотрите, чего по бафам не хватает, пишите. Давайте чек на пул, вроде все есть. Вопрос такой, милишники, а вы до скольки стаков стакаете? Смартфил, Виталий Кун, Джулиан. Там меня не слышно? По хилам смотри. Так, Джулиан, подходи. Давайте, все готовы, спускаемся, хилимся. На второй фазе все под босса несем. Если на, если на хилах будет освобожденка, скажу Мерике, там сколько вам стаков. Если на вас освобожденка, вы ничего не хлопаете, не хилите, скажу, кому выходить в сторону и кому хилить. Сейчас посрал. Ганя. Иди, псальбу не надо на магов давать. Зачем вы сюда явились? Ледяные металла унесут ваши души. Трепещите, смертные! Так, три хила освобожденка, милики 400 к максимум. Смотрим, сейчас притяжка будет топтись отбегать. 2 секунды. Давайте бежим. Беги, малышка, беги! Давайте синдру, сейчас будет залетка. Так, давайте, рейд наверх, метки вниз, фридом на БДК, смотрим метки. Так, на мне метка, смотрите сами, кто-то говорит, где падает. Лайт. Мед, склеп бейте точечно без дот. Слава, говорит. Я вылечился. Меня слышно вообще? Да. Раз. Слышно, слышно. А не левую. Красав, меня слышно? Да, слышно. Слышно. Да ты нас не слышишь, алло. Нужен гимн на хп. Гимн на хп. Гимн на хп. Не-не. Что мне РК глючит сегодня весь день? Теперь я вас слышу. Слышно меня? Да. Да слышно. Что-то рассказываю, сам себе рассказываю, все молчат. Да все слышат тебя. Слышим, понимаешь, что ты нас не слышишь. Да это я уже понял. Кстати, притяжка. Бежим. Бежим. Блять, порт поставил далеко, я чуть не ёбнулся сейчас. Хиды нормально, великий может там бить, короче.
Это посмотрите вара моего, там Виталий Куна. Я чё не могу сдвинуться, пишет, что у тебя в ледяном склепе. Да не, забагается. Ну да, ты в склепе, только непонятно где. Так, давайте, рейд наверх, метки вниз, так же самое. Так, давайте. Да. Протопал поймаешь. Бля, отбежали. Чего так метки далеко друг от ручки ставите? По центру падает, без долбейте. Ринжа. По центру. Протопал. Самую центральную не бейте, самую центральную не бейте. С левой стороны чуть правее падает. Сейчас давайте. Меня убьете, блядь. Стоп по скрепам. Бейте только печеньку, по центру падает. Только печеньку бейте. Все, разбивайте. Все, давайте, бейте хуй. Ага. Передумал, что ли? Да. Ну, хиты нормально, так что можете стакать. Ну, без фанатизма. Ты миликов касается, если чё. Да, только миликов. Давайте, притяжка сейчас будет, готовьтесь, бежим. Вчера мы не резали. Если есть талка, можешь сам встать. Остану. Давайте, бьём, переводим. Да, тебе эти 2%. Успели прям впритык, давайте под босса все несем. Найди, а пожалуйста, за... под босса ушли милики. Сразу разбиваем, что там тебе дать? Замену. У меня проблемы с интернетом. Сейчас. Разбиваем следующий под босса. Так, давайте, милики, ушли, склеп не бьем, будет притяжка. Ну, можете разбить после притяжки, я блинканулся. Только после притяжки. Все, разбивайте. Следующий под босса. Милики, там уйдите. Хатай под босса, дайте рост. Разбиваем. Дайте фридом на БДК. Так, не хлопайте, все нормально, гендарь под босса, милики ушли. Сразу разбиваем, не хлопайте, вреди, там все захилится, задамажится. Разбиваем. Блять, кто, сука, стакает? Под босса стереотип, ушли милики. Сразу разбиваем. Шазим, 520 тысяч. Это долбоё, блять. Кто? Шадим, друид. Шадим, не стакай ничего. Даже не хиль. От босса длинноухий притяжка сейчас будет. Забирай, верни, забирай. Бля. Поворачивай, прячемся. Смотри, сейчас будет отбирать. Дайте БР Белину. Сдвиньтесь. Дайте гимн на ХП, у кого есть. Гимн на ХП, сакру. Давай. Следующий в сторону. В сторону ТТМ. И гимн на ХП еще. Давайте хилимся нормально, все, не паникуйте. Протопал, дай сакру. РД, милики, идите склеп. Милики, хорошо, бей милики, идите бейте склеп. Следующий под босса. Паладин, дадите на него каплю. Гильдар, иди под босса, тычку прожмешь. Спрячемся и скидываем стаки. РД, помогаем склеп добить. Разбиваем. Блять, чего вы танков не хилите? Заебали. Под босса следующий. РД, вот под босса. Не хлопайте вреди ничего. От босса. Прячемся, скидываем стаки. Скидываем стаки, хилимся. Разбиваем склепы. Следующие под босса. Под босса, Джулиан. В сторону давай, в сторону, не успеем. В сторону, сзади. Спрятались. Сейчас будет притяжка, готовьтесь. Готовьтесь, притяжка, разбиваем.
все, бежим и добиваемся друг следующую в сторону. Живите. Так, в сторону добивайте. Стакайте там, что хотите, делайте, добивайте. В сторону Резус или кто там. Резайте меня. Талик упал. Я вижу. Я знаю, почему ты Паладина дико пробивал. Рольте Талик. Вчера. Ужас. Рольте, пока сейчас на совет идем. Да. Спасибо. Ну, это как будто защитник, покоритель обычный, присоединитель.